Девушка, добрый день. Пожалуйста, мне надо билет на поезд до Берлина. Sehr schnell, wir обслуживали. Dankeschön. До свидания. Так, давай не задерживай. Девушка, мне тоже один до Берлина. Нужен загранпаспорт и виза. Ну, тогда до Минска. Тоже нужна виза. Так, а в столицу родины моей? Если в Москву, то для граждан России нужен упрощенный проездной документ, а остальным также виза. Вот не везет. Нет такого понятия «не везет», когда вы имеете дело с российскими железными дорогами. Как раз сейчас у нас проходит акция «Билет в будущее». Какое еще будущее? Ну, такое, неопределенное. Ну и что там в этом неопределенном будущем? Как что? Визы отменят. Das ist fantastisch!